ездить на сеансы химиотерапии в областной онкологический диспансер на постоянной основе не придется. Достаточно получить в медучреждении справку, рекомендации врача и лечиться рядом с домом. Это касается жителей верхней и нижней террас Ульяновска. В центральной городской больнице в полную мощь заработал дневной стационар онкологического профиля на 10 коек. Это в рамках национального проекта по одной из направлений оказания онкологической помощи населению. В следующем году планируется на 12 коек, то есть, скажем так, развернуть деятельность, чуть больше будет, то есть оказание помощи для пациентов. Стационар работает на базе поликлинического отделения, состоит из двух кабинетов – приемного врача и процедурного кабинета. За состоянием пациентов следят два специалиста. Сам курс химиотерапии проводится различными способами введения цитостатиков и может длиться от нескольких минут до 6 часов. Тактика лечения подбирается специалистам в каждом случае индивидуально. Мы проводим паллиативную помощь, мы проводим химию, мы лечим химиотерапевтическими препаратами. У нас множество схем по лечению онкологических заболеваний. Также мы оказываем помощь симптоматического плана. Ежемесячно в онкодиспансере больницы в среднем помощь получают 60 человек. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.